На чем молодежь должна была сфокусироваться, но еще этого не сделала? В Индии фермеры, которые выращивают манго, обладают такой мудростью. Когда-то я тоже выращивал манго. Через 12-14 месяцев после посадки, если это правильно привитый саженец, в течение 14 месяцев с началом сезона на нем появятся цветы. Первое, что мы сделаем, сорвем эти цветы. Если их не сорвать, деревце принесет несколько плодов, но мы сорвем цветы. На следующий сезон мы снова сорвем цветы. Мы дождемся, когда деревце вырастет, потому что знаем, что если оно начнет приносить плоды, то уже никогда не станет полноценным деревом. Оно не принесет настолько много плодов, как могло бы, если начнет плодоносить слишком рано. Вот о чем должна помнить молодежь. Не пытайтесь жить слишком рано. Сейчас то время, когда вы создаете себя, свое тело, ум, способности и навыки. Вы выстраиваете себя. Время жить еще придет. Если вы начнете жить слишком рано, то увидите, что не будете жить полноценной жизнью. Сегодня мы переняли это у Запада, что к 14 годам у вас уже должна быть девушка или парень, а к 18 вы должны трижды пережить несчастную любовь. Тогда же вы будете фокусироваться на своем развитии. Подобные вещи отнимают очень много времени и энергии. Создайте себя как следует, если хотите жить хорошо. Есть определенное время для роста и определенное время для жизни. Если вы начнете жить слишком рано, вы не вырастите. А если не вырастите, то масштаб и возможности вашей жизни будут очень ограниченными. А подобное не должно происходить.